Но Лекс его не заберет. Шея бесполезна. Чего? Я в ДД или в танк? Танк. Ты что, не нравится, как я дамажу? Да просто я ебал там чисто. Почему? Я первая на личе. Там почему? Меня ебал хилить, такой рейд кончил. Ой, в чем дело? Лимон самый лучший танк в гильдии. Ты же, блядь, юный импротовар, ёпта, который танчил все от и до. Чему ты пасуешь? Что ты мне там начислил? Кому? Вон написано, два раза. Ну потому что за фул. Только успех же я нажимал. Печатки нету успех. Мне надо. Нету? Нету. Я 6 печенок забрал, все по фулу забирал. На печеньке не написано, на какой она спек. Нет, на лоу спек. На печеньке нет, на шмотке, да. Да, у нас, по-моему, все, кто печенки забирал, все забирали за фул ГП. Фул. Возможно, не знаю, в дальнейшем ситуация изменится. От, в зависимости от проходимых рейдов. Если будет там ЦЛК 25 гер закрываться, хотя бы 11 боссов, не говоря... Давайте лучше лично убьем и пойдем спать. Мы уже будем смотреть. Стой. Ты випа диспелишь? Угу. Сейчас. Настрою хилбот. Я сам могу так, что это, в принципе, страхуй просто. Там турбойс говорит, что кто-то просил не остановить. Кто просил, там кто-то был, да. Шава не просил. А, он здесь. Шкаф за дом поставь. Костя поставь. Тыкните быстрее. Вось, ну чё ты смеёшься? Так не имей. Ты думаешь, мне ход? Если мейном, то нет. Надо. Че ты кушаем еду? Он тут нет. Че он вредит? Пусть самонимся. Сумонимся. Он АФК стоит до ранее. Нет, он только зашел. Я ему сумон кидал. Обмен кидай. Шею никто не забрал. С острова же только никто не берет. Я бы взял на рогу на катану. Давай, чек на готовность. Рыба уже пропала, похуй. Пан, чё такое? Один ГП ему сказать надо. Блять, ёбана в рот, давайте вы после рейда-то с этим разберемся. Нет, блять.
Я не знаю, что ты паришься. Чек на готовность. Все готовы, заводи. Быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить... Джованни, посиди на шарах. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Лилочек. Джованни. Джованни. Господи, я испугалась. А что у нас череп находит? Как он говорит? Синдры остался. Голое было. Мастер Шам. Вторая перефаза. Выбирай. Танк не спалит. Не мотор. По-новому. Переход, вторая фаза. Агро, агро, агро духа. Угу. Валькирия. Печенка моя. Вернение 5 секунд. Так, на пусе. Вышли.
Народ, подразбегайтесь от лича, разбегайтесь полукругом за спиной. Не перед лицом, чтобы вальки вас не уносили в другое, ну, в другом направлении. Только за спиной полукругом. Зеленый бабл без маны. Осквернение 5 секунд. Я для кого сказал, блядь, пиздец? Осквернение на Мангиале. Убежались. Понимаете, что вы далеко уходите? Не понимаете. Гимноману шнуфу. Друид перед мордой убежал. Осквернение. На Бокрусе. Перед вальками не разливаем лут. Осквернение 5 секунд. Полукругом за спиной рассосались. На мастершаме. Давай, хватай. Осквернение 5 секунд. Разошлись. На медведя отошли от него. Друид, выйди. Ёб твою мать, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Там двое с тобой было, да? Друид и кто еще? Вар отбежал, а друид по луже побежал. Друид, нет бы тебе бежать на лестницу, блядь, там постоять. Это пиздец. Я в ахуе с вас, если честно. Да, и мой ебануться. Ах, сука. Вот если бы... СС-а не было? Если бы осквернение кидалось еще секунд 5 бы он кастовал, то... Ну, это не был бы самый сложный босс в мире. Что, это самый сложный босс в мире? Ну да. Да ты чё? Хуйня, это ты, босс, блядь. Самый сложный босс был в актуале в Наксе. Хуя, это ты в танки не играл ещё. Ну, я имею в виду на Денде. Да не, он не сложный там в актуале, просто его закрыли 1% игроков. Потому что игроков... Ну, поэтому он и считается самым сложным. Он не сложный босс, туда просто в этот инф попасть сложно. Рейд там 40 шмот, человек. Требований много и плюс 5 танков. Дело не в требованиях и не в танках. Дело в том, что там рейд 40 человек. Гильдии распадались только когда сформировались туда рейды. Ну, формировались и с гильдии ливали люди. Там. Распадались много гильдий. Очень мало гильдий. До 40 человек. Встаем. На рыбу идем. Где мульт? Спасибо. Мульт вставает. Мульт, а? Кушаем рыбу. Full buff дали, чек на готовность. Каску по пристану. Пан, раздавай каски. Да чаще. Давайте, время уже. Запускай, я работаю. Да, не все еще готовы. Лил Марти, Твинти, Дыгдымыч. Каску.
кто дает каст? Пан. Я дам каст, пишка. А, мы вылетели вообще. Шейдер также каски бафы. Еще раз по поводу, ребят, по поводу разбегания вам говорю. Когда нужно разбежаться от осквернения, разбегайтесь перед вальками полукругом за спиной лича, чтобы вы все, блядь, были на одной части площадки. А то получается три вальки, каждый в свою сторону летит. Это хреново. Вы ведь тоже вылетели, да? Нет. Нет. А я зайти не могу сейчас, установка связи. Неужели прибыли наконец? Блядь, очень плохо. Давай, у тебя есть 40 секунд. Настя, чё-то не хватает. Тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдёшь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. О, заходит. Давай быстрее. 5 секунд. Пусть магнит. А чё бесы стреляют, что хочу, а не прилечу? Там те четвертые бесы, ими не управляют. А. Я лич пошел к лимону. Ага. Мульт. Я бы тоже удивился. Перед мордой духа не бежит. Ага, круто.
Сзади лок. Ченку трусы сливаем. Режем схожили, кидаем стан и замедление. Стан через лок. Вернение 5 секунд. Налил макти. Чем мордик лучше связаться? Джура на ману. На осквернение 5 секунд. На шредере. Давай. Блять! Пиздец. Кто не отошел-то оттуда? Да я не уйду, блять. Да ребят, я выпрыгнул. Ребят, в чем проблема, сука? Я говорю осквернение. Почему вы между собой, сука, рейндж 10 не набираете, блять? Причина, нахуй. Хули вы долбитесь-то, блять, рядом? Первый раз здесь или чё? Если маг, вообще блинком можешь. А мне показалось, или у Шредера не было над головой надписи, вот это белое осквернение на мне? Была. ДТМ, значит, нет. Была или что? Была. И метка череп на нем. Была. Да, череп кидается, я знаю. У меня ГДМ на срез. Резайте. Когда говорят о осквернении, нужно сделать одну очень самую важную вещь. Это до того, пока оно не кинулось, смотреть, на кого оно кинется. И это должны делать все 25 человек. Вот как ты увидел, на кого оно кидается. Если не на тебя, то ты должен знать, на кого. Должен знать, где этот человек стоит. И отбегать от него. Все должны отбегать. Осквернение — это не проблема одного человека, это проблема всего рейда. Пан что, не зайдет? А, захожу, все, да. Какой-то чернокнижник может кидать проклятие косноязычия на лича? Наверное, не пашет. Не пашет, все. Блять, а чё, опять? У нас все нормально. Даст 0,4 секунды вам на реакцию. Берите кого-то замену. Турбо тут. Алло. Чего? У нас все нормально. У меня другой вопрос. Почему люди во время осквернения убегают вообще в там ту сторону, блядь, если они должны убегать к порталу и к трону, блядь? Ну, по большому счету, это до пизды, куда ты убегаешь. Главное, в центре не налить. Нихуя не до пизды, блядь. Это вообще... До пизды главное не убегать под этот, под Вальки, нахуй. Не лить, на. Так. Без разницы. Пан, давай вещи. Пана бафнули. На готовность. Рыба стоит. Жрите рыбу. Все готовы. Давайте пока. Ну, сын, дай одну фласочку, пока Ивент идет. Пожалуйста, я дам после рейда. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Я не вижу. Тебе дам привет.
заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Все, Лилушек разверовался уже. Шалма. Тебя хуже стоит. Это Гран-при Монако. Да пиздец, сука. Вроде какая-то травма формула. Шредер. Мелкого забери. Угу. Ну и чё, он встал там? Кто там станы дает? Мне встал, блядь. Хороший это прикол. Пан. На мелких, походу, перекинул. Ты что, в родной зоне? Нет, у меня все не ори. Переход 5 секунд. Духа дотайте. Беги с ним. Стабильность. Трусы печен. День 10 секунд. Он кого-то уносит. Там лох, он вернется. Поскорнение 5 секунд. Выхухоль. Отошли все от него. Кто там? Двое, трое, бегом. Вот так вот. Потому что стоят, блядь, и не смотрят. Ёпта мать. Смотрите. Стоите нахуй втроем, блядь, и долбитесь нахуй. Каждое касание лужи увеличивает ее на 10%. Соответственно, если вас она вдруг достала. Не надо по ней прыгать, лучше пробегите и выпрыгните. Сквернение 5 секунд. Набирайте ренджу между друг другом, на пане. Танк хильте. Трусам стан, киченки стан.
Кто в трусах? Там есть трусы. Тариш далеко уходит. Осквернение 2 секунды. На мне от меня отошли. Здесь. Там похили. Так, только выхоль, да, умер? Двое. Кто второй? Никто. Один. По валькам играем. Гимноман. Осквернение 5 секунд. Ранжу между друг другом. На твинте. Вышли, 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 вышли. Моса Бейль выхоль. Пробаф Оливара сразу. Джурана Манузер. Сквернение 4 секунды. Шли. Ренжу между друг другом на голдбрек. Вышел, вышел, вышел. Отлично. По валькам. Ченку только РТД. Заражение. Идите оттуда, мелики. Ушли, ушли, ушли. Вышел, 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 вышел. Отведи. Я чуть не залил. Осквернение, 5 секунд. Ренжу набираем между друг другом. Налил Марте. Отошли. 44%. 43%. Играем, полечу. На край. На край, все на край. Мастер аур дал. Пустите дух. Забирай лес. Шарики. Еще один дух на пульс. Не будет. Будет разве? Багнет тут или что? Два духа. Ну, повезло нам. Не повезло нам. Тут всегда два духа. На второй переход. Зеленые баблы без маны. Кто там в сферу-то, блядь? Ага, тайный маг, молодец. Приятного полета. Хорошо, что сам. Угу. Так, Джованни прохил, Джованни прохил. Джованни касс не забудь с этот сбить. Так, в рендже стоим, потому что, блядь, сейчас будет осквернение через 8 секунд. Уходите, я хлопаю. Осквернение на лимоне. За босса. Побежали. Сразу осквернение после духов будет. В рейнже бежи между друг другом. Жимку не забей. Отдал каплю. Блять, на кого? Ходите под дух. Вырос, босс. Прожимки нас. Сквернения, что ли, нету? Забирай босса. Забирай. Бар быстрее полез. Дали бы. Забери, 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 забери. Не устрим. Твинти прохил. Твинти прохил. Мультики на ману. Побежали. Каску Алисе бафнуть.
Побежали, осквернение на мастершаме. От мастершама отошли. Быстро, 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 быстрее. Бокус, уходи, уходите. Чура на ману. Сквернение. Да, сейчас духи будет после духа. Будет сразу, да. Сидим на ренже, держимся. В ренже на мульте. От мульти отошли. Под духов ушли тоже за спину, лечу прямо на другую сторону. Десять процентов. Бабл, блядь. Так, Хота прохил. Хота прохил. Остернение 3 секунды. Хота прохил. Сначала духи. Разбежались. Пусть. Рендже. Пусть. Рендже. Надо к дымычи. Добивайте, босс. Под дух, уходите. Ай! Когда вот так вот происходит, ощущение, что опять вайп. Опять вайп, да. Красного слезняка кто-то тронул, да? Джованни, на будущее в комнате шаклами сбиваешь косты. Косты обязательно затыкаешь. Там еще и моба своего нельзя уронить, короче. Да если честно, там дал 3 флешки, повесил ручку даже в ШП, и все, этого хватает. Некоторые тупо забывают, там дела не хватает. Там своего моба тоже нужно так хилить, когда хил попадает в комнату. Не знаю. Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир. Ну сколько? 23-25, Тёма, а сколько начали собирать? 6:30, да? Долго. Долго. Надо укладываться сказала, почему. В 3 часа, по-хорошему. 25. Мы и так 4 часа били. Куда 4? 4,5. 4 часа 40 минут. Ну, сбор в 6:30, или мы от какого времени считаем? Прибра пульнули, или как рейд начали собирать? Я не помню. Но я по глазкам сужу. Но это в любом случае, по фласкам, это уже минимум 3 часа. Время, сколько? 5, ну, считай, 5 часов были в рейде, полчаса на перерыв 100%. Вот, считай. Что там? Блядь! Димитриос, вот это да! Почему лимоны висят больше, чем мне? Потому что нельзя быть маленькой алчной девочкой. В смысле? Извиняюсь, не поняла. Так, ну я в этом рейде на Олдспе. Получается, буду его. Так, у нас 2 недели, да, не убивался лифт за 1 вечер? 2 РТ переносили на следующий день, да? 3 месяца не попадал в ебучий был. И сейчас не упал. В смысле, отдай лимону? Если что, я уже удал ранее, блядь. 6. Тебе передать или что? Ну как можешь. Блин.
что-то... А, я понял. Вот это, подъедь куда-то там, к колодцу. А, ЕП накинешь? Да, уже накидываю. Сейчас это самое, я поставлю на завтра расписание, и вы увидите сейчас в календаре его. Ой, не в календаре, информации гильдии. Нажимаете на кнопочку гильдии, нажимаете квадратик информации и смотрите сообщение дня. То есть доп ЕП нету, да? Чего? Говорю, доп ЕП нет. Почему? А у тебя шам связан? Нет. Тебе на шаму? Да. Ой, тебе. Да, я сообщение писал. Я тебе ИП не да... ГП не давал? Так, ты Пашу покинул? Не? Единственное, что я видел, это...